Видео пойдет о томатах, и посмотрим результаты выращивания томатов в пеленках. Томаты были посажены 8 марта, и вот сейчас так они выглядят. Зеленые, хорошенькие, полноценные томаты. И так они будут расти до высадки в грунт. А с чего все это начиналось? Сначала томаты сажали без земли на туалетную бумагу с эпином. Томатики, посеянные сначала без земли, вот таким образом. Видите, земли совсем нет. Дальше, чтобы томаты немножко окрепли, вот в такую скрутку без земли добавляем немного земли. И томаты будут выглядеть вот таким образом. И дальше пикируем каждый томат отдельно в скрутку или пеленку. И вот каждый томатик будет выглядеть вот таким образом. Это я показываю сейчас на примере перца. Вот результат может получиться такой. И вплоть до посадки уже в грунт томаты будут находиться в скрутке. Всегда хочется посадить как можно больше интересных сортов, но места не хватает. Поэтому мы пользуемся методом выращивания томатов без земли, а потом пикируем томаты в пеленке. И вот эти отличные томатики растут. Если вам тоже не хватает места, можно воспользоваться этим методом. Мы уже несколько лет пробуем этот способ выращивания томатов. Удачных урожаев, отличной рассады. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Мы всегда рады вам, дорогие друзья, и ответим на ваши комментарии.